Yama 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 yama. Yama 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 yama. Yama 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 yama. Друзья, снова всем привет! Сегодня вечернее видео, время 21:15. Нахожусь я проспект Пролетарский, за мной детский садик Снегирек. Слева улица Университетская, справа улица 30 лет Победы. Сейчас на 30 лет Победы мы будем выезжать. А сразу же двор, да, парковок нету, двор крытый, там стоит шлагбаум. Насчет законности его как бы выяснять не буду пока сейчас. Ну что, начинаем движение. Видно, то здесь не асфальт, здесь лежат плиты. Здесь ямы. Опять же, плиты. Видно, что асфальта на них даже и не было никогда. Опять же, мы видим ямы. Яма. Это и есть дороги города Сургут. Ямы. Яма. Колдобины и выбоины. Яма. Машину колбасит конкретно, просто конкретно. Прикольно, да? По таким дорогам администрация города предлагает ездить и платить за них налоги. Здорово, не правда ли? Выезжаем проспект Пролетарский на пересечении с улицы 30 лет Победы. Пешеходы в состоянии дичайшего алкогольного опьянения. Не употребляйте эту гадость, она до добра не ведет. Оно того не стоит. Скажу вам честно. Опа, прыгаем, скачем. Кочки, ямки. Яма. Замечательная дорога. Пешеходный переход. Никого нет. Двигаемся далее. В тряске понятно, да, что дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Сейчас будем поворачивать на 30 лет Победы в наш любимый двор. Я, к сожалению, сегодня не смог заснять дорогу по адресу во дворе проспект Комсомольский, 21. Ой, друзья, если кому интересно, можете там прокатиться, отснять видео. Ну, сами ужаснетесь, людей напугаете. Проспект Комсомольский, дом 21. Ну, первый подъезд, сразу идем. Яма. Вот такое вот дорожное покрытие здесь во дворе. Вот если мы пойдем дальше, дальше страшнее. Вот жители этого дома платят за содержание придомовой территории. Но, к сожалению, они не могут даже нормально по ней передвигаться. На площадке играют дети.
Яма. Вот такая борозда идет прямо до конца дома. Вот туда. Вот. Отсюда. Вот в самый конец. Друзья, всем привет. Час ночи. Вышли погулять. Дом 30 лет Победы, 37/2. Вот тропинка. А вот это, друзья, программа «Доступная среда». Здорово, да? Человек-колясочник тут. А, даже он уже не отсюда начнет, да? Собственно, он начнет вот, если он из-за двора выйдет, 30 лет Победы, 37/3, то есть вот он оттуда выезжает такой, хобана, ну, с бордюра на коляске перепрыгнул, да? Вот видно, бордюр. А вот ему, к примеру, надо, вон вершина, вон пешеходный переход, да, вот на вершину, вот ему надо забраться на этот бордюр. Да? И по этим ступенькам поскакать. Сел я, говорит, на лошадку и подсказал. И поскакал. Тык-дык. Яма. Есть другой вариант. Опять же, он отсюда спрыгнул. Поехал сюда. А тут что он делает? Едет, да, на своей коляске. Я, извините за тряску, держу в руках телефон. Ой, так, стоп, что-то я разогнался. А вот тут стоят две машины. Номера нам не важны. Тут парковка разрешена. А тут он не проедет. Никаким образом. Как вот он здесь приедет? Ну, тут максимум полметра ширина. Далее идем. Опять же вопрос доступная среда, да? Ну, опять же мы видим дороги наши любимые. Ой, все в ямах, все в колдобинах. Яма. Вот, доступная среда. Бордюр. Тут бордюр. А здесь, друзья, еще и уклон дороги. То есть колясочник, он просто выкатывается на дорогу, его переезжает какой-нибудь автомобиль. Вот это наша доступная среда. Здорово. Классная программа.